Здравствуйте! Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте, мальчишки! А также их родители! Здравствуйте, жители и гости города-курорта Геленджик! Ну что ж, заканчивается 2021 год. Вновь у нас пандемия. И нельзя нам с вами, как прежде, собраться и порадоваться наступающему празднику. Но тем не менее, мы собрались здесь с вами вместе. И пришел я не один. Пришел я со всеми Дедами Морозами муниципального образования город-курорт Геленджик. Здесь и Шацкий округ, и Кабардинский, Дивноморский, Архипоосиповский. И вот, мои друзья, встречайте, встречайте Дедов Морозов муниципального образования город-курорт Геленджик! Вот они все такие нарядные, готовые к работе к новогодней. В течение всех праздников они придут к мальчишкам и девчонкам домой, чтобы поздравить их, вручить подарки, потому как, ой, сколько писем мы получили для того, чтобы исполнить все просьбы девчонок и мальчишек, мы долго готовились. И вот, как вы видите, готовые собрались сейчас на этой площади, центральной площади города-курорта Геленджик. Но подождите, я вижу здесь не только девчонки и мальчишки, и их родители. Я вижу здесь и глава муниципального образования. Алексей Алексеевич, ну выходите к нам, скажите добрые слова. Как жителям, так и напутствие нашим Дедам Морозам. Спасибо, Дед Мороз. Или Морозы. Всех рад приветствовать, ваши светлые, добрые лица на нашей центральной площади. В этом году город постарался, и мы даже с учетом ограничений максимально украсили наш любимый город к Новому году. Сегодня запускаем такое движение, как вот Новогодний экспресс. Скоро вы его увидите. Наши уважаемые Снегурочки, Морозы, которые пойдут в дома, детям, в семьи. И скажу так, что более 2000 подарков мы подготовили для особых детей, особых. И на вас, уважаемые друзья, возлагается очень ответственная миссия. Я уверен, что вы очень качественно ее выполните. Но помимо этого, для всех жителей и, конечно же, для гостей города мы подготовили место, это вот домик Деда Мороза, где в определенные часы будет постоянно дежурить Дед Мороз. И не просто дежурить, а принимать себе маленьких детей, мальчиков и девочек, которые, как даже некоторые взрослые, сегодняшним днем верят, что Дед Мороз у нас есть. И вот он здесь будет находиться. И те, кто подготовился или подготовится, выучит песенку новогоднюю. Дедушка Мороз для каждого из вас подготовит очень хороший, добрый подарок. Поэтому хотел всех, пользуясь случаем, также поздравить с наступающим. Но мы еще отдельно, конечно, поздравим. Ну и в рамках новогодних праздников мы подготовили новогоднюю ночь фейерверк на центральной площади, ну и небольшие мероприятия с учетом действующих ограничений. Поэтому всех наступающим, спасибо большое. Спасибо вам, Алексей Алексеевич. Ну что, от имени всех Дедов Морозов обещаем, что все подарки разнесем. В домике дежурство уже назначено. Так что, как сказал глава, мальчишки и девчонки до 83 можете приходить. После 83 только танцы. До этого стишки. Ну, песенки можно.
Но смотрите, казаки дежурить будут. Так что песенки должны быть приличные. Ну что ж, Алексей Алексеевич, могу сказать, что прошлись мы по набережной. Посмотрели с дедушками Морозами и Снегурками, как город подготовлен, украшен, все замечательно. Вот вижу даже на экране «С Новым годом» надпись. А знаете ли, друзья, в течение всех новогодних праздников на этом экране будут транслироваться программы, где вы увидите все то самое главное, что произошло в 2001 году в нашем городе. Ну а еще, конечно же, будут мультфильмы для детей, новогодние кинофильмы, музыкальные ролики и поздравления. Но что-то я смотрю всего лишь только надпись. Нужно, наверное, дать старт экрану. Итак, друзья мои, новогоднему экрану старт даем сегодня мы! И что у нас? А я смотрю, это новогодний клип 2001 года, 2021 года. Ой, а вот и те, кто в этом клипе. Смотрите, их и на экране показывают, и на площади они появились. В 2021 году, и я надеюсь, что оно у вас все это исполнилось. Но самое-то главное, я смотрю, Алексей Алексеевич, набережная горит, скверы горят, светятся, а елка-то не горит. Ну что, друзья, зажжем елку? Да! А ну-ка давайте пойдем все вместе к елочке и сделаем это как в детстве. Помните? Мальчишки и девчонки, а также их родители. Что нужно сделать, чтобы зажечь елочку? Кто мне подскажет? Спички? Спички детям не игрушка. Так, только смотрите, давайте будем соблюдать дистанцию. А то наш друг Роспотребнадзор всегда на чеку. Ну что, давайте-ка, морозы, подойдем ближе к елочке и произнесем заветные слова. Раз, два, три, елочка, гори! Вот она, елочка!